Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем проходить GTA 5, продолжаем. Не знаю, тюнинговать тачки, как в данный момент, потому что эта тачка, если честно, мне очень понравилась. И давайте, ребята, мы как раз ее растюнингуем до того, как продолжим проходить эту игру. Вот это круто. Ну, более-менее тогда. Круто. Давайте дальше двигатель. Двигатель тоже можно увеличить. Бабла, не скажу, что много, но все же хватает в данный момент. Нет, не хочу я этот глушак стандартный. Клаксон тоже не хочу. Номера, окраска. Перед тем, как делать окрасочку, нам нужно выбрать цвет. Какой, ребята, цвет подойдет этой тачке? Мне кажется, черный, карбоновый черный. Во. Основной цвет тут какой? Хромированный классический. Белый, красный. Красный. Или даже желтый. Как думаете? Во, даже такой. Что дальше? Дальше, дальше. Глушитель, клаксон, фары. Вот фары нам нужны, расположение нейлоновых труб. Это крутая тачка, нам, если честно, очень нравится. Синий. Нам нужен оранжевый. Желтый, золотой дождь. Оранжевый. Ну, такой. Больше я не... Фары, давайте еще вот такие. Потратим-то, конечно, все бабло. Но я не знаю, краска, каркас безопасности. Нужен ли нам каркас? Пускай будет. Крыша. Опа! А как будет прикольней? Вот так или вот так? Хм. Как думаете, ребята? Давайте вот так. А я знаю, тут есть какие-то основной цвет. Перламутровый. Металл, металлик. Тут есть какие-то... Хрен его знает, где это находится. Но есть какие-то специфические какие-то окраски, то есть... Опа, сейчас. Давайте вот это поставим. А это вообще круто, ни хрена себе. Нет, я не хотел выходить. Там еще что-то есть крутое. Давайте еще вернемся быстренько. Ща, ребята, мы тюнингуем наш спорткар какой-то. Вот так. Лимузин, ага. Колеса. Ну, колеса тут, если честно, и так крутые. Эксклюзивные, но мне кажется, колеса нет смысла менять, они тут и так крутые. Цвет колес, ну цвет колес. А хотя нет, нужно менять, потому что колеса можно по-своему там тюнинговать, я покажу, ребята. Вот смотрите, вот так делаем, и вот тут, вот это круто. Черный дым. О, давайте еще вот так. Турбонаддув можно, это тоже крутая штука. Трансмиссия нет, подвеска тоже можно. И все, больше бабла мы тратить не будем, потому что мы и так уже слишком потратились на одну тачку. Сколько у нас осталось? Пол ляма, которое нам дал Rockstar за предзаказ. Ну, 60 тысяч мы уже потратили. Амунешн, убежище. Знаете что, просто в убежище у нас нету места, там только есть место для одной тачки, для нашей, то есть, которая будет спавниться по местам, и, в принципе, ее, если честно, тоже нужно оттюнить, потому что эта тачка спавнится рядом с нами, она как бы привязана к этому персонажу, поэтому, если ты ее оттюнишь, она будет всегда оттюнена. Но вот с этой тачки я не хочу расставаться, потому что она действительно крутая. Если мы ее еще профукаем, я профукаю 50 тысяч баксов, которые я вложил в нее, да? И я, если честно, не хочу вот это делать. Сейчас мы быстренько поедем к нам домой и посмотрим, можно ли вот это сделать, то, что я планирую. Я всегда забываю использовать умение Франклина, которое у него есть, да? Вот, вот это. Оно крутое и очень помогает. Вот. Замечательно. И да, если честно, с этим умением даже тормозить не нужно. А я, если честно, как-то его и не использую. Вот, вот домишко. Ну что, ребята, давайте быстренько как-то... Если ты прокакаешь мою машину сейчас... JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house, you know what I'm saying, the business, everything, and you his cousin, nigga, you said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, bitch. Только не прокакай мою машину, я 50 кусков бабахал. Hey, look, I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right.
Не-не-не, чувачка, иди нафиг. Я ща припаркую ее. Во наша тачка. Я надеюсь, она тут останется. О, и вот эту тачулу тоже нужно тюнить. Даже по полной. Так. Опа. Замечательно. Так. Так, потупали, потупали! Что нам нужно? Залезай. Хоми. Залезай и поехали, куда нам нужно. А, ну, по идее, нужно забрать какую-то машину. Не туда, а вот сюда. Вот, ну да, помогает вот это умение. Очень даже. Yo, gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Ага, ну я вижу, вижу. What the fuck happened to you? Так, опустить, поднять крюк. Ага. Вот эта машинка, да? All right, baby. Back it up nice and steady. Так. Сейчас, ребята, я не знаю, я это делал, но давно. Так. Замечательно. О, нифига себе, как-то простенько даже оказалось. Так, сколько там нам ехать нужно? 800 метров? Ну, норм. Не очень так и далеко. Опа, так можно их разговоры прерывать бессмысленные. And I remember you and JB before y'all was doping. Shit changed. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. О, только не разломай тут все. It was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Doing it too, baby. Так. Это эту машину нужно оставить или ту? Ага, по идее и ту. Хреново, потому что нужно разворачиваться. Нужно было с другой стороны заезжать. Нормально? Не очень? Конечно, получилось, но все же. Выполнено, замечательно. О, наша точила, а что она тут делает? Так, сейчас, ребята, это задание, о, видите, там есть задание, давайте туда быстренько поедем, я надеюсь, что оно приведет, точнее, что оно для нас, а не для Майкла, хотя вроде для Майкла. Давайте переключимся на Майкла, сейчас посмотрим. Да, для Майкла, мне так кажется. Так, машина дерьмо. Точнее, нашей нету. Да, то есть если для Майкла, если для Франклина. Но сначала давайте для Майкла. Хотя нет. Давайте для Франклина. Так, мы уже почти тут, ребята. Все, что нам осталось, это просто заехать домой. А давайте попытаемся от первого лица. Это очень сложно, но все же.
Так. А внутри эта машина вообще кайф. Так, замечательно, вроде норм. Ага, сейчас? Сейчас домой, да, нам нужно? Ну как домой? Не прям домой, а вот на вход. Парам-пам-пам! Утро, день. I done done all that I could do. But you know how boys are. Wait a minute. Ooh, girl. Ooh, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards. Вышла с дома, уже умирает. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the hands of the patriarchy. We are women. You're okay. We are women. Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. Чоп, вот наше знакомство, ребята, с песиком. Привет. Это кто, Ротвейлер, да? You gonna make some paper, low? And ain't nobody out here gang banging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Oh, man, great. My aunt would be very happy, homie. She wants me dead anyway, so she can get the fucking house. You driving? Опа, садитесь в фургон. Залезай. Get in the van, Chop. Get in the van. Good dog. Поехали, ребята. Долго мы еще не будем сидеть, наверное, еще вот это задание и выходим. Долго туда ездить? Ехать, точнее. Мы уже тут, практически. Ух, машинка, ни хрена себе. Нам нужно будет следовать за этим моциком, или что? What's happening now, D man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark ass, gangsters insignia, mask wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, nigga. Shit. Bitch ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all. Get that nigga. Come on, let's go. Опа. Самое смешное то, что нам на этом драндулете сейчас нужно будет преследовать мотоцикл. Ага. Конечно. Я надеюсь, я сумею его убить. Надеюсь. Concentrate on the road. Hey, why we choose this mark, homie? I don't know. It's an opportunity. Why not? Опа! Так не стоило его убивать. Охренеть, ладно. Вернулись. Поехали, ребята. You see yourself, Franklin? He's a big black motherfucker, nigga. Your creeping days is over. Так прикалывает, как они разговаривают, реально. Они даже обычным рэп, обычным разговорным лексиконом разговаривают, как будто рэпом, да? Ух ты. Ну охренеть, вот это, на вот этом, не знаю, мини-автобусе. За этим моциком, самым жестоким, наверное, каким-то. Ну, не самым, наверное, но все же.
bullshit. It ain't some bullshit. It's science, fool. They got the technology. А, ну вот так можно, да. Например, чтобы не разбиваться. Тогда, но все же он и так намного быстрее едет, чем... Ух ты! Не нужно тоже за ним бежать? Давай, чё, прозорви ему задницу. Что ты, в принципе, сейчас и сделаешь, наверное. Чтоб перелезть. Так, давай. Лучше бы его в моцик украли, там продали за хреновую тучу денег, да и все. Ух ты! Охренеть, и что нам сейчас делать? Ага. Давай, чё, прозорви ему жопу. А то он какой-то очень быстрый, как я понял. Давай, давай, вот прям сейчас. Ага, хрен. Нам за чопа нужно играть? Ни хрена себе. А как? То есть, я как-то не могу им управлять, что ли? Ага. Вы запарили уже, если честно, искать? Ну, понятно, что он там будет, наверное, вот спереди. Давай, 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 давай! Я им не могу управлять, то есть он сам ходит, мне так кажется, и сам нюхает, то есть просто нам... О, видите, сам пошел. А! Не, чоп, хватит. Чоп, не нужно. Ну ты чапина. Ребят, вы запарили, я не хочу за чё поиграть. Это парит, потому что я им не ищу, он сам ищет, я просто смотрю от его лица. Ага, вот. Так. Ух, вот это открывание этих вагонов нафиг бесит, оно долгое и... Во, он тут, да? Или нет? Ага, он сбегает сейчас, да? Давай! Так, куда нам ехать? Я уже хочу закончить эту серию, она вроде уже долгая получилась, но...
Нужно его спрятать, и на этом, ребята, мы, наверное... Ух! Ты вовремя включил вроде. А, и на этом мы, наверное, уже закончим. То есть уже поднадоело немного. Ну базарь-то там быстро. You ain't gonna pick up shit. Fans won't be on you before you can even move, nigga. Be quiet. I gotta make a call. Похрен. Ладно. Развернемся. We got your boy. You calling him on a cell phone, you dumb motherfucker? They gonna trace this shit in a sec. We want 40,000. Pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? Я правильно стал? Что нам нужно сделать? Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck y'all! I'll be seeing y'all soon! The only reason you've been saying shit, cause we went easy on your ass. Мда. Хрень они сделали, конечно. Он, Ламар. This is bullshit. Take me down the cut. Ладно, давайте, ребята, уже быстренько закончим. То есть, GTA-шка на ПК, но все же много играть тоже надоедает. Ладно, заканчивайте нам задание. Во. Чоп. Ну что, ребята, на этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам было интересно. Мы потихоньку продолжаем проходить GTA-шку. Я надеюсь, тоже вам это интересно. Когда эта серия наберет 300 лайков, если она, конечно, наберет, то сразу же выходит новая серия. И все зависит от вас, когда она выйдет. Еще раз, ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.